Добрый день всем, добрые зрители доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приют «Творить добро» Наталья. Сегодня у нас ролик немного информационный о наших животных, находящихся на лечении в клинике «Доктор Вет». Это Ярик, который уже почти 4 месяца находится на стационаре. Реабилитация еще, наверное, недельку, и будем все уже выписываться домой. Это Арчик, который тоже на следующей неделе уже будет выписан домой. Локи, наш ребенок. Ну, у Локи еще все только впереди. У него сейчас самый процесс реабилитации. С ним работает реабилитолог. Локи привезли коляску. Ребенок очень подвижный, активный. Ника, перенесшая сложнейшую операцию на попе, пока тоже на реабилитации. У нее только первые реабилитационные уроки начались. Также наш Максим. Вот мы сейчас как раз едем с ним с КТ. Заключение пока еще мы не получили. Заключение в течение 48 часов. Они отправляют на почтовый ящик. Ждем, надеемся. Вот. И наш новоиспеченный Гришенька. Мы очень надеялись с Николаем Николаевичем, что это все-таки перелом таза, но не тут-то было. Таз абсолютно у парня цел. У нас перелом 5-го позвонка. На выходные назначена операция, кстати, с пластинами, так как у Гриши очень хорошее ГБЧ, глубокая чувствительность лап. И приедет нейрохирург с Москвы, и они будут оперировать Гришу на выходных, вставлять ему специальные пластины. Поэтому, кто захочет помочь Грише на операцию, будем очень, конечно, вам признательны. 6 пациентов в клинике, финансы уходят стремительно. Но, тем не менее, все не зря, потому что Ярика выписывает на всех своих 4 лапках, Арчик прыгает на всех своих 4 лапках. Ника будет ходить на всех 4 лапках, поэтому все наши Локи тоже, я надеюсь, побежит. Поэтому все, что мы с вами делаем, спасаем, все, знаете, это не зря. Не зря, потому что мы благодаря Николаю Николаевичу и вашей посильной помощи мы всем сохранили жизнь и дееспособность жить в этой жизни полноценно. Хочу сказать спасибо большому и каждому, кто прокомментировал по поводу Максимки. Сейчас, конечно, вот самый напряженный момент – это ожидание. Но почему-то я, успокоившись, поняла, что… А вдруг это ошибка? Это же может быть и от укусов, от погрызов, может быть, какое-нибудь просто новообразование. Почему-то я хочу так верить, и я верю именно в это, что врач-узист могла ошибиться. Вот. Ну, как-то так. Просто мы едем в пробке с Максом. Ну, а вы с удовольствием посмотрите ролик. И еще раз говорю, кто хочет помочь мальчику Грише на операцию, мы будем вам очень признательны. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Творить добро» Наталья.